«Скажи «да» любви, нет войне». Эта фраза стала девизом конкурса молодых талантов «Минута славы», который прошел на филологическом факультете РУДН. Призыв праздника в этом году – добиваться достижения мира во всем мире и верить в любовь. Вот такие разноцветные фенечки на входе раздают всем гостям «Минуты славы» филологического факультета. А все потому, что это мероприятие в этом году проходит в очень необычном стиле. Все участники выступают за любовь, и чтобы не было войны – стиль хиппи, любовь к Битлам и другим популярным исполнителям. А именно эту фенечку можно привязать себе на руку, и этот символ останется с вами на все время проведения мероприятия. Мероприятие сделано с огромной любовью, с всем нашим общим большим сердцем студенческого комитета филологического факультета. И мы считаем, что люди обретут очень много хорошего, доброго, светлого, если придут к нам сегодня. «Минута славы» – одно из самых масштабных мероприятий филологического факультета РУДН. Конкурс проходит уже в 7-й раз. Участников «Минуты славы» делят по номинациям – вокал, танец и художественное слово. Отдельное состязание на приз зрительских симпатий. По традиции, за несколько дней до мероприятия в интернете проводится онлайн-голосование, которое определяет, кто из участников наиболее популярен у зрителей. Лучшей вокальной исполнительницей стала Екатерина Зиновьева. Как отметили ведущие конкурса, такого выступления на сцене РУДН еще не было. Акробатический танец Артема Клинкова завоевал главную награду в номинации «Танец». Стихотворение собственного сочинения от Александры Мартыненко принесло ей победу в номинации «Художественное слово». Очень классно, что в нашем университете так много талантливых и замечательных ребят, которые готовы своим творчеством нести в массы любовь. Александра Рыкова, Владимир Шерисон, Новости ТВ РУДН.